Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как на iPhone 12 добавить фото контакту. Для начала давайте перейдем в звонилку. И далее здесь в нижней панельке мы должны перейти в контакты. Далее выбираем тот контакт, которому мы хотим присвоить картинку. И здесь жмем «Править». Нажимаем «Добавить фото». И прикольная штука и в айфоне есть, то, что мы можем поставить сюда мемоджи, либо же обычные смайлики на вместо фотографии. Но также мы можем сделать снимок, выбрать снимок любой из галереи, выбрать смайлик или просто поменять инициалы. Давайте выберем какую-нибудь фотографию. У нас априори она будет в кружочке, то есть мы должны как-то ее так выставить, чтобы наша фотография, основной контент фотографии хранился в этом кружочке, и жмем «Выбрать». Здесь нам сразу же предлагают варианты обработки. Выбираем или не выбираем, можем просто обычно оставить, и нажимаем «Готово». Жмем снова «Готово», жмем снова «Готово», и как мы видим, теперь на нашем контакте есть фотография. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!